Довольно часто зрители нашего канала задают вопрос, через сколько можно сесть за руль после употребления спиртного? Когда алкотестер не покажет присутствие следов алкоголя в крови? Ответить на эти вопросы односложно нельзя. Поэтому сегодняшний выпуск мы решили полностью посвятить данной проблематике. Здравствуйте, мои хорошие! Ежегодно по вине пьяных водителей происходят сотни дорожных аварий, погибают десятки людей. Этиловый спирт является системным ядом для организма человека, поэтому даже бокал пива или вина с низкой крепостью негативно отражаются на состоянии здоровья, изменяя метаболические процессы. Токсические продукты распада влияют на центральную нервную систему, вызывая замедление рефлексов, нарушение координации движения и снижение скорости обработки информации в головном мозге. Водитель расслабляется, чувствует себя более уверенным и начинает совершать опасные маневры за рулем, что представляет прямую опасность для всех участников дорожного движения. Сотрудники ГИБДД при подозрении на алкогольное опьянение могут проверить водителя на месте с помощью алкотестера, либо отправить на медицинское освидетельствование сдачу крови. Оба способа выявляют даже минимальное количество алкоголя. Уровень спирта в крови измеряют в промилле. 1 промилле равен 1 грамму спирта на 1 литр жидкости организма человека. Еще не так давно в России действовал закон, который гласил, показатель промилле у водителя за рулем должен быть нулевым. Однако подобное требование было необъективным, поскольку многие продукты питания в той или иной степени содержат небольшое количество этанола, либо он вырабатывается в процессе их переваривания. Это все продукты, связанные с брожением, в первую очередь кефир и квас, горький шоколад, соки комнатной температуры, цитрусовые и перезрелые фрукты, безалкогольное пиво, свежий черный хлеб, некоторые фармацевтические средства, освежитель дыхания. По этой причине с 2018 года данный закон был несколько раз пересмотрен и претерпел существенные изменения. В настоящий момент допустимая норма алкоголя составляет 0,16 мг на литр или 0,356 промилле в выдыхаемом водителем в воздухе и 0,3 промилле или 0,135 миллиграмма на литр в крови. Так все же, когда после принятия алкогольного напитка можно без опаски садиться за руль? Основное количество этанола концентрируется в моче и крови. После первой дозы алкоголь активно всасывается через стенки желудка и попадает в кровяное русло, где задерживается примерно на 12 часов. За расщепление этилового спирта в организме отвечает преимущественно печень. Специальные ферменты расщепляют этанол, который впоследствии выводится из организма. Этот процесс занимает достаточно много времени, его продолжительность будет зависеть от нескольких условий. Пол. За один час мужская печень выводит примерно от 0,1 до 0,15 промилле. Женская – от 0,8 до 0,1 промилле. Вес. Чем больше вес, тем быстрее выводится спирт из организма. К примеру, если человек весит 60 кг, то 100 мл водки будут выводиться около 6 часов, а если 100 кг – уже 3,5 часа. Стаж употребления. Если человек довольно часто злоупотребляет спиртосодержащими напитками, то количество спирта в его крови будет снижаться значительно медленнее, нежели у редко пьющего. Крепость. Крепкие напитки, такие как водка или коньяк, выводятся существенно дольше. Количество выпитого напитка. Например, 100 мл 4% пива у мужчины весом 70 кг будет выводиться приблизительно 30 минут. Для 300 мл потребуется уже 1,5 часа, а для полулитра – 2,5 часа. Наличие закуски и ее разновидность. Привычка закусывать алкоголь жирной горячей едой замедляет процесс наступления опьянения и вывода этилового спирта из организма. Специалисты рекомендуют закусывать вино фруктами, а водку – квашеной капустой. В этих продуктах содержатся кислоты, способствующие расщеплению алкоголя. В результате опьянение пройдет быстрее, а негативных последствий у него будет меньше.
Помимо сказанного, на скорость выведения этилового спирта из организма напрямую влияют возраст, прием некоторых лекарственных препаратов, общее состояние организма и скорость обменных процессов. Если человек быстро пьянеет, то, как правило, он раньше трезвеет, что говорит об ускоренном метаболизме. Если выпито много алкоголя, а эйфория долго не наступает, речь идет о медленном обмене веществ. У таких людей опьянение сохраняется дольше, а этанол находится в организме свыше суток. Именно в этих случаях говорят, что человек проснулся утром, выпил воды и снова вдруг опьянел. В среднем для переработки 100 граммов спиртного требуется порядка 5 часов. Расщепленные остатки уходят скалом, мочой, потом. Минимальная часть выветривается при дыхании. Если говорить конкретно об алкогольных напитках, то литр пива перерабатывается печенью около 4-5 часов у мужчин и 6-7 часов у женщин. Вину потребуется несколько больше времени, чтобы полностью покинуть организм. 100 мл благородного напитка выветривается через 1,5 часа у мужчин и 3 часа у женщин. После одной стопки водки содержание этанола повышается до 0,7-0,8 промилле. Расщепление такого количества этилового спирта в среднем занимает 6 часов. После употребления полной бутылки мужчине со средней массой тела можно сесть за руль через 30-34 часа. У женщины-подростков данные цифры увеличиваются на 20%. Коньяк, виски, самогон отличаются высокой крепостью. На их скорость выведения, как и при употреблении других напитков, влияет качество. Если крепкий спиртной напиток содержит много красителей, ароматизаторов, детоксикация организма займет больше времени. 100 грамм такого алкоголя расщепляется около 6 часов. Однако, несмотря на приведенные цифры, которые рассчитаны на здорового мужчину средней комплекции, весом 75-90 кг, организм каждого человека имеет индивидуальные особенности, которые не удастся просчитать со 100% точностью. Любой метод дает погрешность в час-другой, и об этом стоит помнить. Что касается народных методов быстрого отрезвления, которые отчасти могут помочь ускорить выведение спиртного из организма, данной теме посвящен отдельный выпуск на нашем канале, ссылку на который вы можете найти в описании под этим видео. Тем не менее, стоит сказать, что никакие разрекламированные антипохмельные средства и тем более народные методы не помогут полностью избавиться от содержания остаточного алкоголя в крови. Чашка кофе с утра, мятные леденцы, антиполицейские и жевательные резинки могут замаскировать запах изо рта, но обмануть современные приборы невозможно. Гарантированно помочь в данном вопросе способны только специалисты наркологической клиники, проведя дезинтоксикационную терапию капельницами, которые позволяют избавить от похмелья за 1-2 часа, а за 4 полностью вывести алкоголь. Но это довольно сомнительное удовольствие. Согласитесь, намного проще в случае, если вы намерены выезжать с утра или садиться за руль в ближайшие часы, просто отказаться от приема алкоголя. Так вы не только исключите проблемы с законом, но и убережете себя и окружающих от неоправданного риска. В заключение интересный факт. Специалисты компании Ford создали специальный костюм, способный с высокой точностью имитировать состояние похмелья. Костюм, общий вес которого составляет 17 кг, состоит из очков, уменьшающих угол обзора, головной гарнитуры, наушников и утяжелителей для тела и лодыжек. Достаточно надеть все это на себя, как тут же возникают все симптомы похмельного синдрома. Пульсирующая головная боль, головокружение, слабость и потеря концентрации. И как вы понимаете, управление автомобилем в таком состоянии может быть таким же опасным, как и при опьянении. А на этом на сегодня все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!